Верная информация, что вы, господа Турчинов, со всей своей там бандой нацистской зарабатываете деньги на своих же солдатах. Те солдаты, которые отказываются стрелять в мирных жителей, подразделения «Правый сектор» и «Нацгвардия» расстреливают их на блокпостах в своих же подразделениях. Факт стопроцентный, который известен многим жителям Луганска, даже гражданским, что даже на аэропорту, где находится «Правый сектор», «Нацгвардия» и ребята с 25-й бригады из Днепропетровской устроили стрельбу между собой, бойню, потому что одни хотят сдаться, понимая, что эта война идет против уже своего народа. Они не хотят стрелять. А господа «Правый сектор» и «Нацгвардия» начинают стрелять же своих солдат. Еще один факт, который уже подтвержден многими людьми, так же самое и военными, и мирными жителями, которые находят же людей, жителей. Я ж пытаюсь, с Западной Украины, ребята, которые ушли воевать, мне их тоже жалко, блин, которые ушли воевать на эту сторону, на ту сторону «Правого сектора», Национальной гвардии, их находят распотрошенными, у них нет органов. Вы срезаете с них органы, продаете и эти же деньги платите наемникам. Ребята, те, которые сейчас воюют на той стороне, они на вас зарабатывают деньги. Они вашими органами платят наемникам. Задумайтесь. Просто задумайтесь. Я гражданин Украины. Вы граждане Украины. Я понимаю, страну не выбирают, но выбирают руководство этой страны. Вы ошиблись, признайте это. Мы вам Майдан не простим, Одессу не простим, Мариуполь не простим. Но те жители, которые не принимали в этом участие, молодые люди, мужчины, женщины, дай Бог вам всем здоровья, а все те, кто принимал в этом участие, и тех там сейчас наемники, ребята, смерть вам всем будет. Вот пока я жив, пока бьется в моих жилах, течет кровь и бьется мое сердце, вы все будете трупами. Я вас буду стрелять, резать, грызть. Я буду до победного этого делать. Вы подняли руку.